Здравствуйте. Вы смотрите очередной выпуск программы «Инвестиционный советник». С вами я, Мэтью Стивенсон. Эта программа была подготовлена при сотрудничестве Дукаскопи ТВ. Помните, деньги могут позаботиться о вас, но они не могут позаботиться сами о себе. Сегодня мы поговорим о компании Coca-Cola. Да, это компания, которая производит всем известный безалкогольный напиток, который считается культовым в американской культуре. Coca-Cola очень успешная компания, и она достигла успеха еще со времен своего основания, а это было примерно 100 лет назад в Атланте. Я уверен, что очень небольшое количество людей не слышали об этой компании или не пробовали самый известный напиток. Но вопрос в том, стоит ли покупать акции этой компании. Акции Coca-Cola продаются по $38 за штуку. Как мы видим на графике, максимальная цена составляла $44-45 за акцию, и она была зафиксирована несколько раз за всю историю компании. Но за последние 10 лет цена акций повышалась с $21-22 до $38 за акцию. То есть рост цены был не самым стремительным. Хорошая ли эта компания? Несомненно. Coca-Cola – это культовый бренд. Но с точки зрения инвесторов, есть разница в том, чтобы владеть акциями культовой компании и выбирать инвестиции на долгосрочную перспективу, которые помогут вам удвоить или утроить ваш капитал. Проблема компании Coca-Cola в том, что на данный момент соотношение чистой прибыли к стоимости одной акции составляет примерно 17-18. Это не самые дорогие акции на Нью-Йоркской бирже, но сейчас на них и не самая низкая цена, учитывая историю. Стоит ли прибыль того? Прибыль по этим акциям действительно неплохая, примерно 3-3,5%. Если рассматривать акции компании Coca-Cola в целом, то можно с уверенностью сказать, что вы получите свои дивиденды. И я бы не сомневался в покупке этих акций ради дивидендов. Но я не уверен насчет соотношения чистой прибыли к стоимости одной акции. Какую продукцию производит компания? Напитки Coca-Cola и Sprite, различные соки и минеральную воду. Компания владеет многими культовыми брендами. Но давайте говорить откровенно. Эта компания полностью зависит от своей возможности продать бутылочку колы. При этом они продают свою продукцию практически во всех странах в мире, в том числе и в развивающихся, таких как Индия или Китай. Хотя в Индии этот напиток не пользуется особым спросом. Но вопрос в том, сможет ли компания вырасти настолько, чтобы стоимость акции начала повышаться. Я в этом не уверен. Мне кажется, компания упустила возможность для развития в сфере энергетических напитков. Они выпустили несколько подобных продуктов на рынок, но смогут ли они обеспечить дальнейший рост компании? Скорее всего, нет. Насколько эффективным является менеджмент компании? Он весьма неплох, в частности, с точки зрения управления таким конгломератом. Но можно ли было сделать лучше? Всегда можно сделать лучше. Меня кое-что удивляет в компании Coca-Cola, особенно в течение последних 6-7 лет. Да, Coca-Cola – это культовый бренд. Покупая акции этой компании, вы можете рассчитывать на солидные дивиденды и можете рассчитывать на то, что эта компания знает свое дело. Но сможете ли вы утроить вложенные деньги? Не думаю. На этом наше время подошло к концу. С вами был я, Мэтью Стивенсон. Эта программа была подготовлена при сотрудничестве Дукаскопи ТВ. Помните, деньги могут позаботиться о вас, но не могут позаботиться сами о себе.